В этом месте несколько лет назад был нерегулируемый пешеходный переход. Потом его убрали, но рязанцев это не останавливает. Они выходят из общественного транспорта и идут на Первомайский рынок. О том, что попадут под колеса и в лучшем случае окажутся в больнице, не думают. Очередная нарушительница, когда ее останавливает сотрудник госавтоинспекции, пытается убежать от ответственности в прямом смысле слова. Не трожьте меня, я сейчас вздохну. Пойдем, пойдем. Не надо. Пойдем. Уйдите. Еще одна нарушительница, когда узнает, что за переход дороги в неположенном месте, могут выписать штраф, объясняет, что спешила, и у нее есть уважительная причина. Не надо меня снимать, пожалуйста. Не надо меня снимать. А что же вы нарушаете-то? Ну вы же знаете, что вас может машина сбить. Потому что побыстрее хочется. У меня дочь болеет. Мне скорее на рынок надо и домой. Тем не менее, попасть домой побыстрее не получится. Женщине выписали штраф 500 рублей. Хотел бы обратиться ко всем пешеходам и напомнить о том, что вот водитель, попадая в дорожно-транспортное происшествие, в любое, в первую очередь рискует своим имуществом, да, то есть своим автомобилем. Первый удар всегда принимает автомобиль. Когда пешеход попадает в дорожно-транспортное происшествие, здесь всегда наступает последствия для него, для его жизни и здоровья. По статистике, по вине пешеходов за два месяца этого года произошло 25 ДТП. В них 5 человек погибли, более 20 ранены. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».